Так, Twitch FM. Ой. Ой, а что тут все так криво? О, вот так норм. Как вам? А чё? А он чё, из Европы или чё? Да. Да. Это европейский хагиваги? Чё по звуку норм всё? А теперь... Ой. Теперь надо двумя ручками, прям двумя ручками брать и вот. У меня не стоит. Давай, стоит, хорошо стоит. И резко вверх вот так прямо. Давай. Ну, я прям болею за тебя, давай. А что, она пытается ручник дернуть? Да, ладно, я сам. Все. Педалька, до конца. Надо, наверное, еще, да? Возьми руль в руки. За всю свою жизнь раза 3-4 присягивался на задних сиденьях. Попробуй. О, классная дорога. Смотри, там гайцы будут. Так, внимание, там будут гайцы. Короче, держи, езжай. Одной рукой бери, вот этой рукой бери руль, а эту руку на подлокотник. Во. У него права есть? Иди. Лицо кирпичом. Блять, что это такое? Во, прямо хорош. Держи руль. А может не пустим? Не пустим? Вот это нейтралки. Это не нейтралки, ты хочешь подъехать? Давай, не пустим. Бля, я вспоминаю, как я на механике ездила, это вообще жесть. Там женщина, да. Никакой женской солидарности. Куда она лезет? Она тебе показала, сказала, слышь ты, я первая. Пропусти мою, уже не выбрать. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А у Алены самые топовые духи, вот. А какие ты хочешь? Я не знаю, Аленочка, вот смотрите. Вы какая эффектная, вы молодец, реально. Блин, а у меня кости нету без инстримя. Некрасиво выгляжу, я и понимаю, но волосы отрастут. Ладно. Сегодня без команды фильмы, чат, но мы смотрим, если что, Дом Монстр. Вот. И у него после этого домкрат поднялся. Покажи домкрат, Ренат. Покажи, Леночка. Вот, и мне нужно вот такие, чтобы у всех домкрат поднялся, когда я вот проходил. Да, я дам потом вам тоже, чтобы... А, кстати, у кого-то есть вроде бы. О, это наша Аленочка. Не помню, у кого. Красивый запах, Алена. А еще есть Томас Касмала. Знаете, как переводится? Тома? После любви. Ох, после любви, это-то что надо. Вот, у Рената сегодня было после любви. Такой кронштейн стоял. После любви с Равшаном. Сейчас я ему напишу, спрошу. Давайте. Так. После любви, да, у вас были духи, Ренатик? Да, после Равшана назывались. Да, ребят, за что? Я просто люблю. Ой, не того тегла. Так вы хотя бы к вам, вот вы настолько красиво, что к вам хочется идти не за духами, чтобы вы понимали. Вы же знаете, первое это что? Это значит, это внутренняя, не внутренняя оболочка, а внешняя, как говорится. Вот. Модерация данного YouTube-канала? Отстой. А что вам модерация данного YouTube-канала сделала? Соответственно, мы же к вам бы не зашли, правильно, Ален? В этом вся и суть, Ален. Потому что, скорее всего, если они мне не подойдут, прямо сейчас вернем их. Ничего страшного, Ален? Шутки. Ален! А он не мажется. Что там стало? Девочки, понюхайте, я только духи купил. Мне нужно, чтобы вы на стриме оценили, без шуток. Дешевато. Сладковато для мужика. Вот так вот. Дешевато. Молодцы какие, они мне понравились. Так, Алена, что вы мне за шляпу продали? Карабос, каракас. Артас? Я не могу Какой сказать, артас? Вы хоть скажите. Карабос, каракас, артас? Кто? Ой. О, спасибо, осуждаю в смысле. Спасибо, осуждаю. А кто придумал, что нельзя бить женщин вообще? О, Хантик, ты вообще офигел. Вообще людей бить нельзя. Ой, вы профессиональный прочиститель гланд? Конечно. Вау. Гланды прочищают, знаешь, как на раз-два. Ой, да? У нас просто ангина недавно была. Молодцы. Вылечили? Нет, еще не вылечили. Вот мастера ищем. Мастера? Да. Молодцы. У меня платные услуги. Сколько стоит гланды прочистить?
Для начала нужно, чтобы тебе было 18. Для начала. А, понятно. Конечно. А потом ну, сколько? Подрастешь, приходи, я тебе, да? Покажу, расскажу. А как ты думаешь, сколько мне лет? Не знаю, лет 16. Мне 23. Да ладно. Что, правда? Да. Алиса, включи звук дождя. Вот так вот. Включаю шум дождя. Ай, больно, ай! Палец так сломаешь. Семейка. Я что, такая здоровая стала? Или волосатая? А какая-то нефорка. Мак, встаем. Встаньте все от меня. Встаем. Подъем. Он так вот жопой сел. Ой, мама. Ну, жопу села мне на морду. Встаешь? Да. Ну. О! Ах, ты что, я позволяю, что? Фу, ешь меня! Фу, бля. Уйди. Она же девочка. Все, я пошел. Вот здесь что-то с машинами. What the fuck? Бампер нормальный у тачки. А, Юля! Что? Вот так вот. И что ты заходишь? Я даже, ты стучалась бы. Нифига себе. Вот это агрегатики приятные. Ай-яй-яй. О. Охуеть. Ой, мама. Жестяк. Ну что за посадочка? Народный турнир, в котором сыграют... Так. Из Нигерии, Чили, Туниса, Таиланда, Азербайджана и Беларуси. Такая, да? 18, я приду посмотреть, я буду болеть за команду Нигерии. Комментируй. Так. Антетокумпо. Дюрант. Антетокумпо. Антетокумпо проходит штрафную площадь. Обводку делает. Нормально получается у меня? Нигерия вперед. Вот или моя мать сегодня умрет. О, не надо! Вот так вот. Вот такое. Небольшое пузико у нас имеется. Это я попил еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Сиськи, 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 сиськи. Я люблю сиськи! Две титьки! Потрогал бабку, отвязал, и она была сучкой. Текла ее курага, я ее выпил. Вкусный сок, мультифрук, добрая. У нее без... Ксюша. Да, мне понравилось сосать. Она кончала, как будто ею деда. Заряд надо взять. Ребят, давайте 7-6. Заряд надо взять. Ренатка галереи. Девочки, если что, Ренатка тут. Он тут, Ренатка. Клянусь, ты вот... Давайте снимем. Все. Вы сами этого захотели. В смысле, это человек-клещ. Человек-клещ? Человек. Человек-клещ, это я. Здравствуйте. А, вы занимаетесь, да, чем-то? Олег. Мария. Олег. Смотрите, Мария, у нас, смотрите, в онлайне сейчас 1400 человек. 1820. 1820. И знаете, что хотелось бы первое спросить? Это не будет ли у вас 1500 до завтра, вы вместе скиньте 750. Если не допьете кофе, мой брат тоже за вас допьет. За парня не плати, все правильно. Который для меня мужчина, это муж, Тима. Это высшая, ну, вот, делаешь порядочно. Высшая энергия, да, да, да. Который всегда найдет и знает, как обеспечить себя деньгами. Вайс сол. Вот так вот. Я могу вас просто угостить. Да не, оставьте, это... Мужичина. Я забыл, как вас зовут. Марина. Мария, Маша. Понимаете, для меня вот мужчина, это вот просто высшая энергия. Это мужчина. Мужчина. Что, блядь? Смотря какой фабрик, смотря сколько details. Да, я хочу... Машенька, чат. Вы извините, я побежала. Да, да. Да и мы тоже побежали все. Да и мы все тоже побежали. Все побежали. Ого. Опять эти трусы. А? Нет. Я хочу посмотреть на трусы и уйти. Просто я посмотрю и все. Бля. Все, я посмотрел, ушел, пойдем.
Да, в примерочной, где там камеру поставить, сидеть кайфовать. Убрать ниндзя, вывести, понял? Боже, чел не может болтвейт. Вирус он пункт расселенсионса Мария. Вирус он пункт рас... Вот так вот. Вирусом бундрес, вирусом бундрес. Дамаски наш джимбист звал монтировать. Блин, какая у Лёхи прическа крутая. Мне так нравится, что он вперед начал делать волосы. Они у него уже достаточно длинные, как будто плюс вайбик. Он отказался, сказал, я типа с Илюхой останусь. Правильно, правильно. Очень ему идет. 40 тысяч, 40 долларов. Конечно. Зато свои. Нахуй мы эти доллары. Наши рубли. Слоновьи. Медвежь. Вообще не выглядит как какой-то там, как вы пишете, вообще офигенно. Ой, интересно, у меня работают донаты? Блин, интересно, работают или нет? Нет, не работают? Ёшки-матрёшки. А как так? Подождите. Оцени трек. Обнял. Спасибо за донат, сейчас не буду оценивать. Извини, пожалуйста, почему у меня здесь не работает? А почему у меня тут не работает? А тут вообще нету, только подождите, это нужно сделать вот так вот, вот так вот, вот так вот. Оп, оп, все, теперь есть, теперь тут тоже все есть. Тише донаты, это я не знаю, как... Почему ты решили запустить в параллель со мной, ничего мне об этом не говорив? Данила Горилов, запустили суки в параллель со мной, гандоны. Я же сделал, блять, объявление в Телеграме о своем возвращении, суки. Они, блять, запустили в параллель со мной, блять. Вы со мной хотите соревноваться, сука? Да я, блять, фрейндеймер, блять. Извините. Я просто хотела посмотреть, кто сидит в чём. Вот Uber такси, стой. Да, оно, это одноместное, оно для меня только. Не вези, если мужчина будет солидарен, повези меня. Мне реально повезёшь, да? Пиз. Пошла нахуй, мужская дружба навсегда, поехали, брат. Ну, боже. Улыбаешься, зубы свои скалишь вот так вот. Посмотри, какой он злой. Такое ебало, как будто... Глядитесь. Как будто... Я еще расческу нашла. Одновременно я не знала. Let's go. С этой дурой, бля. Ой-ой-ой. Ой, как красиво. Хорошая. Блин, кстати, Гартик давно не играла. Сразу же. Алексей, блядь, исправил ситуацию свою. Передал жизнь картины. Хантик, классный рисунок. Спасибо, Лёха, что ты эти да. Куда? Сука! А вы что это такое? Это симулятор вора или что? Воришка? Преступник? Чего ты нафоткал, типа? Ушел отсюда с моей комнаты. Это моя комната, это мое личное пространство. Ты не имеешь права здесь находиться. Почему ты ко мне приходишь? Это тоже моя комната. У тебя еще две комнаты есть. Я понять не могу. Я причем даже не верю, если честно, даже не верю, что вот есть в чат. Почему-то вот я считаю, что Twitch, я не знаю, может, я не прав, но мне кажется, на Твиче ебнуто умные люди. Вот прям реально умные люди сидят на Твиче. Мне кажется, на Твиче сложно смотреть, если ты долбоёб. Вот я не знаю. И вот эти люди, они... Ну... Не знаю. Более... Я реально умная. Я понимаю, почему меня люди смотрят. Потому что я могу многое превознести в жизнь каждого. У меня довольно-таки высокий IQ. Много каких-то интеллектуальных развивающих тем, которые способствуют саморазвитию, которые способствуют... какому-то продвижению, что в моральном плане, что финансовая какая-то появляется, не знаю. Твои лекции дорого стоят? Да. Аня, он про зрителей? А,
Ну, подождите, а тот, кто ведет стримы, тоже. Уроки биологии чего стоят, мои? Конечно. Чё пиздишь? Не, ну что, вы хотите поспорить? Вы не прав? Вы считаете, что то, что я сейчас сказала, не факт? Факт? 52 IQ? Да нет, у меня не 52, у меня 94 было. Последний раз было 94, это много или мало? Уроки биологии — это слишком хорошо. Ну, 94 — это, мне кажется, средний показатель какой-то. Она к нумерологам уходит, она 100% умная. Ну, я просто, понимаете, жизненный опыт. Все вместе, все в совокупности, я вас этому обучаю. И вы становитесь лучше. Понимаете, ваша жизнь становится лучше. Средний от 110. А, это что, у меня ниже среднего IQ? Это я тоже нашла, но я не смогла разобраться, что это фонарик? Азбука Морзе. Help. Давай пройдем. Да что проходить? Я понимаю, что я только умнее становлюсь. Сейчас уже не 94, сейчас уже, скорее всего, 194. Я Чё? 194? 100%. Ну, сотка точно есть. Я не хочу проходить, потому что там дурацкие задания с треугольничками и с квадратиками. Они совсем для дебилов. У Эйнштейна было 150 IQ. Ну вот, а у меня 94. Да не хочу я делать IQ-тесты. Я зачем? Нафига? Он долгий, скучный, неинтересный. Самые охуенные IQ-тесты скамерские. Где ты проходишь IQ-тест. В конце смс-ку? И в конце, чтобы получить результат, нужно заплатить. Там, 500, типа 500 рублей, да. Ты прикинь, и ты просто платишь за то, что ты час своей жизни въебал на то, что проходил эту хуйню. Я, кстати, на бесплатный попалась. Гениально. Вот кто это сделал, просто гений. Она знает, да-да. А как-то, знаешь, типа прошаренные... А то, что касается чата, я не знаю, реально, вы либо так быстро гуглите, либо просто один человек начинает писать правду, и вы ее подхватываете. Но такое ощущение, что чат, блядь, он знает абсолютно все. Любую тему, квантовая физика, блядь, биология, слесарное дело, электрика, все, что с чем начинает тупить стример, чат всегда знает ответы на все вопросы. Как лучше, все названия фильмов, музыки, какие-то, блядь, обозначения. Я не понимаю, блядь, раз вы все такие умные, мы такие тупые, почему мы тут, а вы там? Почему вы по ту сторону? Почему вы не стримите? Если вы, ебать, какие умные. А хули ты думала? А чё, ёб? Чё пиздишь? А, вообще, ребят, я хочу перебрать. Нам не повезло. То есть, получается, дуракам везет? Где она была? На кровати, прямо возле подушки. Ты, прикалываешь? Ты прикалываешься? Клянусь. Я всю кровать я даже матрас поднял. Я лёг, просто в спину она уперлась. Ты признайся, что ты ее просто с собой взял, и только сейчас это понял. Нет. Леш, я всю кровать перерыл, я даже матрас поднимал, я даже под кровать заглянула, я охуела, там у тебя можно, блядь, аукцион открывать. Тихо, тихо, я специально коплю. Ты чё, Плюшкин? Чё? Плюшкин, Петька Микроб. Ну правда, где она была? Ложусь, она мне просто в лопатку упирается. Вот оно, IQ 94. Да вы чё, чат? Да я реально всю кровать... Я реально всю кровать перелопатила, ничего не было. Я проснулась в тильте от того, что я голодная, это первое. Я безумно голодная. И второе, то, что я не смогла обнаружить покурить. Не было покурить ничего с утра. И я пошла. Ничего себе тут у Алексея Викторовича. Нихуя себе. Коллекция просто. Ну, это вы что вот с такими богатыми людьми делать? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Это вот 100% для деловых переговоров. Вариантик. С которой тупо смс-ки отправлять. Все остальное это вообще, конечно. Да.
брат, за Москву, потому что там очень много стримеров, много возможностей для меня. Ой. Всё, она рожает там, летящие звуки нахуй. Это, Оля Тыква, веди Оля Тыква. Сучара, блядь! Сейчас он просто останавливается и назад начинает сдавать. Нет, это я себе одну бутылочку и тебе купила. Не, мне две. Макс! Попробуй. Не хочу сейчас. Я это выпью сейчас. Макс, ну я тоже хочу попробовать. Много ты хочешь слишком в этой вот жизни. Вот так, вот мы общаемся. Много хочешь в этой я жизни. Еще раз. Водка пишет. Макс, ну убери ты писюлек, пожалуйста. Писюлек. Ты семейка вообще не могу. Макс, попа, поворачиваемся. Нет, не поворачиваемся. Макс, а ты выкинешь дырявые трусы. О, это... Сейчас я куплю в Майлитровую трусы себе. В Ашане? И чё, блядь? Я сама их тебе их съем. Порву, как тузик грел. Ой, да что такое вообще? Стараюсь, не подходи, девочка. Куда рука полезла? Во-первых, это сразу отбой, это во-первых. Во-вторых, я сейчас убище. Думаешь? Вырубил. Блядь, тебе нравится? Да что там? Девушка, извините, пожалуйста. Такой нескромный вопрос. Сидит, стесняется молодой человек. У меня стрим, я сейчас выключу вспышку. Безумно понравились молодому человеку. От вас просто требуется инстаграм, он потом вам напишет. Он просто стеснительный у меня. Реально, просто инстаграм. Как вас, как могу обращаться? Таня. Танечка, очень приятно, меня Анар. Таечка. Правда, реально заинтересовали его. Ну, просто потом он вам маякнет. И посмотрит, как... Там пишет чат, что вы красивая, реально. Хотя, Таня, ну, симпатичная. Получается, вы мне тоже тогда нравитесь. Этот, Ну, лубрикант же может быть не только с маской ездить. Ну, а чем еще? Знаешь, что есть съедобные лубриканты со вкусами разными? Чего? Типа клубничный? Типа шаурмой какой-то? Знаешь, есть такая тема. Типа вкус хот-дога и там хрым-хрым-хрым. Гарниры! Мне кажется, человек все лубриканты в мире попробовал уже. Со вкусом гамбургера, чикенбургера. Что, выдавил? Как вместо этой диеты. Обманываешь свой организм, что ты похавал. Какой я. Пиз... полезал со вкусом клубники. Или со вкусом вишни лез. Ой. Забыла, что я не дома. Блять, вот так вот. Домой, нахуй, самые редкие виды, самые редкие конья. Что? Это было? Что это? Сейчас понял. Спорим, надо вместе себе в руку уже. Домой. Сейчас, сейчас поеду. Мне маму убьет! Это натяжной потолок! Хватит бухать, мир под угрозой, его надо спасать. Иди ни кота, ни резинь, ББ, не жуй, а действуй, иначе быть беде. Удар по тебе. После первого раза мы с Даней начали... Вообще долбоёб. Что? Заниматься сексом регулярно. И презервативов у нас почему-то никогда не оказывалось. Наверное, потому что за ними надо в магазин ходить, а? Почему-то не оказывалось. Или вы что, вы вообще долб***ы? Ничто так непостоянное, как фраза. Непостоянно, как фраза пацана, который говорит: «Да я вовремя вытащу». Ничто так не вызывает доверия в этом мире, понимаете? Ага, вот так вот. Как стабильность этого шоу. Ты, получается, пришел ко мне говорить по поводу моей девушки, да? Да. Ты ей сказал, что у него будут проблемы. Я бы хотел от тебя откупиться. У меня есть 1000 рублей. Вот. 1000 рублей. Ой. Блин, какой я неловкий, а. Сейчас. Куда запрыгнул-то? Легко. Легко, понимаете? Убирать таких. А, ты
по поводу моей девушки хотел поговорить. Дубль 2. Давай поговорим, что, ты хочешь со мной подраться или что? Ты хочешь подраться или что? Чё пиздишь? 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 В игре! Меня не слышно в игре! Что за хуйня? Меня не слышно в игре! Представьте ситуацию, разработчик попал в аварию и такой... Неожиданная концовка. Help! I need help over here! Я надеюсь, его никто не услышит. Как меня в войс-чате сейчас вся команда. Я спрашиваю, почё плент, Никита должен это переспросить, потому что меня не слышно! Отдыхай. Макс! О, так пивасик у нас. Положи. Я положу в корзину. Как мамка. Макс, положи. Таш. Я не могу. Все в этих бомберах теперь будут ходить или что? Я не могу понять. Я одна в футболке поримать. Я не прогнусь под систему. Я не пройду, не прогнусь. Я индивидуально. Они на хайпе. Они просто... Ладно, всякое в жизни будет. Ничего не буду говорить. Мало ли. Для вкуса это барба. Она выбрала быть счастливой. Ну, вот да. Пальчика, да? Юль. О, чист, это ваша, да? Извините, я... Прости. Сразу, опа, мужчина. Там аж 5 бутылок вина. Понятно. Пригласим и Сережу. На пиво? А, ну он арстримить будет, мне не надо его. Серегу? Ну давай просто Олечку. Ее вдвоем. О боже. Паразита. Марк, моя девушка говорит, что у нее 2 недели задержка. Это типа против стрим-снайперов? Да нет, к врачу сходи, к гинекологу, отправь ее. Дебил. Когда уже свадьба с Марком Гуакамоле? А зачем мне свадьба с Марком Гуакамоле? Мне не нужна свадьба с Марком Гуакамоле. Что, блядь? Попить хочу взять. Ой, чего, ну? Устал дрочить на обычное порно? Тогда скачай эту популярную порно-игру, которая взорвала весь... Ебаная параша, которая опять не открывается. Вот просто, блядь, я не знаю, это у них, мне кажется, это у них прикол с этими бутылками. Ну вот, как бы, у них просто прикол с ними. Блядь, я ебала рот. Весь интернет, много сочных дырочек уже ждут твоей спермы. В этой игре ты можешь ахать сучек сколько забыла, хочешь. Игра создана в создателе Casual и Beta 5. Успей скачать бесплатно на Android. Видишь, какая она дурацкая. Мой отец считал, что я психически нездорова. Всё. Угу. Пробка будка. Ого. Кстати, жиза вообще только у меня что мать так думала. У меня мать их думала, много. Чтобы понимали, что я в синем ките был. Вот это удобство. Нихуя ты не осталось, 6 тысяч. Аня, ты глистый ебучий. А это мой пятак? Нет. Да. Это пятак, который ты должен был Адаму купить. Да. Понял? А ты снял 10, так? Вот. Последний до копейки. Еще я еще 2 добавлю, вот этот Макаров сейчас купит. Да, я тоже хочу. Понятно. Мы постреляемся. Давай. По банкам рамируем. Приехали нож купить, купили нахуй. Он какой радостный, у него сегодня день шокировал. Сколько он стоил, 11 тысяч? Или 1000, что-то я проебала момент. На него, на него. 12, это дешево? Это пневматы или как это называется правильно? Пневматические? Охуеть, мы реально куда идем? День Шачира в итоге... Пневмат на газу? По Красноармейке резня будет бензопилой на... Раз, два, три. 52! А, это Италия, это не Мексика, блядь. Похожие флаги. Было бы, конечно, здорово, если бы еще всякие братишки на туда, Мазеловы и Антохи полетели, да? Раз уж все туда летят. То почему нет? Авилон говорил, что полетит, скорее всего, тоже.
выступать. Самый скандальный рэпер. В конце октября. В начале ноября. Я не отвечу тебе. Я не хочу жить в Дубае. Я видел больше дерьма, чем ваш любимый Кизару. Мой папа за решеткой, моя мама ща бреха. День рождения был и праздновали. Там Жужо был, мой еще Казик был. Не помнишь, что ли? Блядь, добил. Ну ладно. Он прошел уже. Стаська! Карма, уйди! Иди на! Черт ебаный, блядь! Стас горит. Сука, тварь, блядь. Какой вкус ощущает Shadowkeg, когда лижет Майову после секса с тобой? Правильно, из с вишней. Блять, дай бог тебе выкупить сайт всеанекдоты.ру в твое владение. Так, пишут, бросила девушка. Ну бросила девушка и пошла эта девушка нах! Нах тебе нужна эта девушка, если она тебя бросила. Если я бросаю мусор в мусорку, он же потом не пишет фреймтеймеру, блядь. Меня бросил человек, нах! Как мне к нему вернуться, блядь? Ой, кто идет? Охранник. Ух ты. Тетенька какая-то. Ой, еще и письку видно. Письку видно. Дамы, для вас контента навалил. О, блядь, что это такое, нахуй? Чачу какое, а? Что? Я, конечно, извиняюсь. Заберите своего мужа, Ренатко. Заберите, он уже задостал у меня все деньги. Иди, забери у меня. О, это наша, Ренатко. О, это наша. Ты так вот жене, да, полируешь? К станку Ренат. Блять, что? Ты самый младший здесь. Мы можем в теории так, ну. Ты какого года рождения? Я старше тебя, я 98-го. Месяц какой? Октябрь. Ну ты старше меня, я знаю, ты август. Ну, мы можем. Не канает, я мое слово закон, я тебе запрещаю его подъебывать. А ты чё вот это? А этот улыбается, такой улыбается, довольный стоит. А какие клипы еще чат вы мне сказали?